закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Skoda Rapid. Видите, у нас проклеен пол в багажнике, проклеены, прокатаны тщательно валиком арки, крылья. Также проклеили потолок. Нанесли первый слой в дверях. У нас задние двери, слышно более глухой звук. Также проклеили передние двери. Ну, проклеили пол в салоне. Приступаем клеить второй слой.